Мальчики, доброе утро! У нас сколько? Почти 5. Представляете, как мы? Без 15 даже. Папа, ты на меня наговаривал. Так папа, если б вас не поднимет... У меня лицо еще зеленое. Да уже там совсем чуть-чуть. Мама! Папа наговаривал. Дайте подожди, мы... Я сейчас через пару часиков. Мы еще не это, мы еще не выехали вообще-то, да? А шапка, где машина? Сейчас еще 15 минут куртки надену. Да. А чудо, да, я все время спала. Да вот куда? Сейчас уже сколько времени? И я. 8. И все спали. В 5 мы выехали. Все нормально. В Мостовской, да, мы? Или перед Мостовской? Тут перед ней в километрах 5 осталось. Короче... Это сколько? Мы до Мостовской 3 часа, да? А там же 100 гривен. По навигатору. Вот, 8 утра, а мы в Мостовской въехали. И тут везде термальные источники, да? Ореховая роща, только орех черный. А-а-а. Ну это еще... Хуторок глаза. Ага, Любовь. Ой, Вика тут же были в хуторке. А я думал, там где память. Нет, они что-то. А вот что-то течет, вот горячая прям. Она... Вот и Псибай. Первые 3 буквы. Здесь мы где-то должны были быть на термальных источниках. У нас какой-то или восход, или закат. Восход, по-моему. От заката, да? Да. Восхода. Псибай. Не знаю, восход, где. Где-то. Или восход, что-то такое, или закат. Или от заката до восхода. Так, мы уже граница, да? Нас остановили, в общем, на посту. Проверили документы, и мы уже едем... Надо хоть раз в год остановить. Карачаевск. Ну, короче, к Карачаевску, да? У меня тоже. Что все круто, все выспались. Все уже видят снег. Даже я выспался за рулем. Все уже вдалеке видят снег и хотят уже прям на снег. Здесь уже такой в пролесках снег лежит. Ой, где тень? Сейчас мы тут покатаемся на лыжах. По грязи. Да, да, да. Да, машины, если что, прицепим. Так, вот и Карачаевская республика, да. Ура! Мы пересекли границу. Здесь вот мы едем, уже снега больше, да? Прям так. Ну да, но его уже больше. Там вдалеке вообще видно снег. Уже побольше. Ну, уже много лошадок, везде коров. Как жена сказала, чем больше лошадок, тем хуже дороги. Но они реально стали хуже. Пока что такое. Ура, сейчас будешь выйдем выходить? На улицу. Да, да, сейчас выйдем. Когда на мы улицу. Приедем? Да, уже скоро приедем. Тихо. И птички поют, да? А, еще живые. Угу. Ну, как будто вся замерзшая, да? Ага, остановись. Ну, мы опять чуть дальше проехали. Здесь уже снежок такой посвежее. Все в инии. Все уже белое, все красивое. Что-то мы проехали там. Что-то мы просили там, да, где снежок был. Снег проехали, а ты сейчас все белое. Как так тут и уже не... Да, уже не белое. Собаки. Ага. С копыт питается. Ну да, вот. Ну вот, что найдут, то их пища. Это пастух, да? Да, да. И собаки. Барашки. Короче, все голодные, папа пошел в магазин. А магазин, оказывается, называется Архыз. То есть мы все-таки двигаемся в правильном направлении.
магазин Эпис Нархыз. И вот кафе. Особенно мне нравится, какая там есть кухня. Кавказ, Европа, Япония и Италия. Блин, там нету, мама, ей самой, где пиццу придумали. Мам, там кафе на Италии написано. Кафе? Кафе, да. Нужно пишется кафе, а читается кафе. Тут гля, как красиво все. Мы приехали на рынок. Заехали, да? Да я не знаю, что это рынок. Какие шапки красивые. Шапки будешь мерить? Зачем? Ох, красивущие вязаны. Тапки нравятся. Да. Есть чего, а, ну для взрослых тоже есть. Ну, тарелки хорошо, сейчас купим. Тарелочки да, маленькие, давайте. 200, потом 350, вот больше. Побольше, да? Ну, тоже страшно. А что мы там увидим, когда... Ну, такой на диван положить и пугать гостей, да? Так, а тут что у нас еще экскурсии останавливаются, да, на этом рынке? Ну, тут аж какая-то... Да, и какая-то там тропа вверх, да? Там ступеньки какие-то вверх. А вот на другой стороне дороги... Это мы еще что, 30 километров до Архыза? 26, да? Тут такая же история. Да не, я не хочу переходить через дорогу. Поехали. А что, шашлычка не хочешь? Да, там и шкурки, да, висели. В общем, едем дальше. На тарелку уже с Архызом купили. А вот сейчас и посмотрим. А есть раз? Она получается 300, да? Да, по-моему, в горячем ключе вот за 500, да? Вот это 350. Были, да. Да. Вот это мы за 350 купили. Да, тут уже все как красиво. Тут все в Индии. В гигантском каньоне так увидим. Мы в Америке? Там, где мы остановились, получается, Домбай прямо надо было, а Архыз туда сюда. Вот это где мы на рынке, да? А ты видел там указатель? Не, ну я так думаю, что... Вот только въезжаем сразу прокат сноубордов и горных лыж. Все, мы въезжаем в Архыз. А мне нравится здесь. Да подожди, мы такой... Это для меня? Наверное. Сейчас посмотрим, где здесь лягушатник, да? Здесь есть домик, как сделан. Сарайчик. Ага. Здесь опять прокат лыжного снаряжения. А здесь горячие хычи. Ну да сейчас найдем, сына. Опять прокат. Еще нам нужен номер. Вот это мне что-то больше нравится, прокат. Номер попозже, наверное, будем. Сейчас, да. Ну, сейчас посмотрим, если что-то нам будет. Нам же еще отдохнуть надо, там все дела. Ну, папа. Да мы же еще не устали. Почему? Ты не устал? Да, брат. Вот это вот Архыз, да, поселок. Мне нравятся вон такие, где, ну, выставляют. Мам, все. Все, что есть. Я выпил. Хорошо. Все, уже допил? Ага. А что, там мало было? Россия. Наконец-то. Тут столько прокатов, блин, что ты потом, мне кажется, забудешь, где ты тебя брал, да? Мам. Конечно, выдают что-то. Мама. А. Типа, на сколько берете? А там можно сразу на 2 дня? Наконец-то я такой снегопад увидел. А, не, ну вот это вам точно выделяется. Угу. Прокатно. Я тоже хочу. Через 100 метров поверните направо. Да, я на лыжах буду, Антош. В общем, мы только... Да, проехали сам поселок Архыз, да? И вот, я не знаю, сколько километров? 10, наверное, да? Да нет, километров 5-6. Ну, в общем, сейчас мы приехали вот где канатка. Поселок Романтик. Вот. В поселке Романтик. Ага, вон трасса, да, уже видна? Вон, и на разные сложности. Ну, да, да, да. Сейчас будем смотреть. Она что, наверху этой горы? Милиционеров можно спросить, как. Так, а тут уже нашли мы все-таки подъемники. А то мы переживали во самом Архызе. Думаем, одни прокаты лыж. Да, я... Да, оттуда еще и катаются вон на лыжах, спускаются, мам, да? А я хочу на лыжах.
Да, ну, хочешь, будешь пробовать. Все, парковка 300 рублей. Припарковались. А вот там тоже подъемник вроде. Ну, это наверх. Пошлите посмотреть. Ну, пошли туда. Зашли мы в этот дворик. Тут уже, конечно, много людей. Подъемники. Каток. Я взяла с собой коньки. Да, народа тут куча. Много людей, да, сынок? Давайте на лыжах. Это что? А, это все на... Это, ну да, здесь такая очередь. В общем, людей тут очень много. А, ага. А ну тюбинг, ты же там, по-моему, арендуешь, типа дорожку в боулинге, знаешь. Гриша, можешь это, даже сегодня можете накататься, ну вон, дади вон горка, видишь какая? Тюбинги. Ну вон катают, вон, видишь? Идем кушать. Да нет, я думаю, если здесь тучи, то будет снег. Без очков вообще никак. Солнце меня ослепляет. А, покупаем еду. Давай. Мы взяли я шурпу, Афоня борщ, Антоша лапшу. А ты что будешь, солянку тоже? Они потом все у меня съедят, ты знаешь, солянку. Ты будешь макарошки? Хорошо. А да, я вижу сейчас. Все, у всех подносы. Антошки. Подожди, сейчас пойдем на улицу кушать. О, садитесь, я вас сфоткаю. Да. Иди сюда, да, папульки. Вот твой борщ. Пап, давай ему сейчас. Пап, подожди, давай сейчас ему. А этот? Пап, давай Афоню подвинем. Афоня, что ты сел? Давай. Что, нас тут пофоткали, теперь нужно искать свои фотки на стенде и зарабатывать чупа-чупсы. Идем. Подъемник открытый, вот этот остановился. А вот сейчас поехал, да. Афань, посмотри на меня. Ты что, где хочешь, расскажи. Здесь. Хочет на такой карусели на ватрушках. Стоит 200 рублей. Сейчас пойдем кататься, да? Там разные скорости. Сейчас большие мальчики, их побыстрее. Афоню чуть помедленнее. От 4 лет, сказали, можно. Тебе сколько лет? От Чили. А потом я уже спать. Да. Ручки держись, ты все. Покажись. Тебе нравится? Сейчас ты поедешь? Я в фоне. Не беги, там скользко, Афонь. Ну как, Афось? Тебе понравилось? Да. Сильно тебя там кружило? Ты не плакал? Нет. Не страшно? Стой, сейчас заплатим. Мы взяли ватрушку с Афоней за 200 рублей.
Сейчас будем. А, привет, папа, он уже с лыжами идет. А мы взяли ватрушку, пап. Нам надо еще купить этот подъемник. Не знаю, я Шафоню не брошу, он там в кассе. Ага. $200. На день? На час. На час. Ну да, я сяду. Можно? Ну как ходить в этих штуках, Гриш? Мама, ну этот. Как? Давайте сидите, я сейчас. От этих. Ну и что? Это чьи лыжи? Это Гришкины? Это Антошкины? Антошина. Гриш, вставай. Что, ждем? Гриша, у тебя сейчас штаны порвутся. Пяточками вверх, так. Пяточки. Вот так вот сделаем. Сбрось. Давай вот, держи. Сможешь понести или мне понести? Нет, хорошо. Там сможешь? Давай, давай. Ручку к носочку вот так поставь вот эту, да. А ты, чтобы марки вот так вот. Ага, все, пойдем. Удобно тебе нести? Можешь понести? Так, дети наши пошли кататься. Папа с Афоней вот там вот где-то садятся. Скоро будут съезжать. Я их тут жду. Вот, вот они. Афоня, ну как, с папой круче? Мама, надо нам всем взять ватрушки и все вместе. Детей уже забрал инструктор. Обоих? Сначала да, а потом сейчас еще другой освободится, возьмет кого-то. Они пошли на горку. Так, вот Григорий. А Антоха вот там с другим тренером. Молодец, я видел. Вон и Антоха. Гришка съехал. Я уже за целый день попал, слушай, вот более-менее. Ребенок попал, потом покалывать, пока не снял. Я понесу. Все, не мешай, вот сам. Не поехал, а там поехал. Антош! Палки не раздвигай, так скажешь. Гриша сейчас поехал на скипасе. Поехал. Вон все, да, да, да. Так, Афоня идет возвращать. Вот Антоха. А, да, он уже чуть понял, как. Гришка уже понял, да. Гришка сейчас будет препятствие объезжать. Да, гля, Гришка едет, едет. Домиков, носочки вместе. Молодец, молодец. Хоть он нас не умеет, а тебе нравится тут? Да. Зиму ты любишь? Сейчас инструктору. Сейчас инструктору скажем. О, Антоха там чуть не упал. Отстегнулась. А он и Гришка уже. Да, он и Гришка едет. И Антоха спускается, тормозит.
машины и отвезла. Ну, давай, давай. Давай такая большая. Смотри. Ну чё? Людей очень много. Прям не то слово. Может, это мало? Ну да, может, это еще мало? Идем искать свои фото. Да, Фонь? Где наши фото? Иди ищи себя. Магниты с Архыза. Ищи, где мы с тобой? Как красиво! Я балдею. Все, пришли. Сейчас будем ждать своих детей. Где они? Мы на этом лягушатнике детей ждем, а они уже туда пошли, в горы. Мы тут пролезем? Не, я не буду. Ну, по-молодецки, ну давай. Афоня, по-молодецки. А ну. Сейчас будем смотреть, что там наши дети. Ушки снеговые стоят. Ну, наверное, свежий снежок все-таки вышел хорошо, наверное. Да, но это те горы, которые закат освещают, это да, просто... Да, солнышко. Ага. Вон Гришка едет. О, ой, закрутила. Где-то вот там вот. Сейчас, сейчас, Гриша сюда сейчас приедет. Они сюда едут. Ну что, наши дети поехали? Да, тут им уже... Сбылась еще, наверное, одна мечта. Да, Антоша и Гриша. Риша! Да, уже спокойно. Ага. Риша, мы с тобой! Оля тоже. А вот он. Ну что, ноги еще не отвалится? Знаешь, что надо сказать? Хорошо. Сам можешь. А теперь? Антоша съезжает. Гришка сейчас будет с этой горки. Ну как тебе, сына? Твоя мечта сбылась? Стой, я тебе сейчас на лыжах сфоткаю. Ты что, лыжи будем покупать? Лыжи будем покупать, сына? Да. Да? Нет, ну ездить сюда. Круто. Съезжай еще дальше, да, папа? Если бы вот ты бы еще научилась. Да? То точно всем бы лыжи купили, да? Ну да, я записала номер телефона инструктора. Для тебя? Нет, чтобы он говорит, когда купите скипас, он тебя оттуда спустит. В смысле скипас? Ну вот этот, на подъемник карточку. Я поехал дальше. Давай. Поехали. Ну как ты, родной? О, теперь Григорий едет. Что, ты долго не мог одеть?
Клево. Еще? Давай. Да, а мне? Класс! Дети еще раз пришли. На ватрушку. Идем сдавать лыжи. В сторону палки. Идем сдавать лыжи. Сколько ж лыжи стоили, сегодня нам прокат? 1802, двое лыж и права. Ну, сижу, не оставил ключи от машины, права мы с собой не брали. Он показал целое полное. Не, ну да, ну в смысле того, что нужно какой-то документ или что-то оставить в залог. Так, в общем, все. А что это было, село? Или как это? Романтика, что-то такое, да? В общем, там все занято. Нет, там 3 или 4 гостиницы, и все, все номера заняты. Поэтому мы сейчас едем в сам Архыз, чтобы там снять номер. Вот сейчас вот 4 часа. С такой природой я готова еще 100 километров проехать. Вот по такой дороге. С такими видами. Дорогу выперся. Поставили. Это машина. Мы, короче, приехали опять сюда же, где лыжи. Пошлите кушать. Сразу кушать все хотят. Ну, давайте это застегнем. Все, пришли сюда. Отсюда я не понимаю. Не знаю. Я не в машине. Нет, они, наверное, там. А пойди, давай ручку. Ой, как тут красиво. Идем на ужин в трамплин. Пошли. А Фейс, там лужа. Не иди по луже. Все, мы зашли. Но тут надо было тоже по предварительной записи, потому что тут все было занято. Но все круто, мы сидим. Теперь... Можно, зайчик? Можно я теперь буду смотреть, сынок? Что это? Шашлык. Шашлык. Я похож на этот. Мы в этом. А Вальфас? Да. Мы заказали чай на травах. Сижу, не дети колу. А ты чё кредитчик не оставляешь? Ну как, пахнет. А это что? Есть соло только? Так, салат, хычины с мясом, а вот это соус, это сметана или это майонез? Шашлык с бараниной. Сметана. И у детей карбонара. Ой, я видео, сейчас я буду. Ой. Ой, Сань. А что эти там застряли? Там тут хоть вас и народу мало. Да, надо как раз идти, да? На таблетку. Пошли забираться, сейчас будет скатываться. Гришку пропустила, он уже побежал. Поймал. Антоха. Опа! Подождать надо. Чего ты? Антоха, отходи, Гриша едет, отходи. Нет, ты как раз в другую сторону туда отходи. Гриша, ну как? Гриш! Вот сейчас папа с Афоней.
как, сынок? Ну как, сына? Расскажи. Криш, ну как тебе? Расскажи. Умылся. Умылся? Снегом? Да. Афоня, тебе как с папой кататься? Афонь, круто. Посмотри на меня, расскажи. Это было круто или завтра нет? Завтра еще на лыжах покатаемся. Надо будет утром приехать, ну, рано, часов 8, встать в очередь. Ты хочешь прям со склона? Хотели сфоткать?